Специалисты соцзащиты призывают неработающих пенсионеров не затягивать с подачей заявления на получение компенсации на оздоровление. Напомним, этой мерой социальной поддержки могут воспользоваться неработающие пенсионеры, которые не относятся ни к одной льготной категории и постоянно проживают на территории Ямала. Один раз в 3 года находящиеся на заслуженном отдыхе женщины от 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет, имеют право на оздоровление. Оздоровление у нас осуществляется путем. Первое – это обеспечение санаторно-курортной путевкой. Второй способ – это возмещение расходов в размере фактических затрат, то есть за самостоятельно приобретенную путевку в размере не более 70% от стоимости путевки. Но есть предельная сумма суточных, которая каждый финансовый год утверждается также постановлением правительства на 2015 год. Она составляет 2600 рублей.